Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала. Мы продолжаем проходить The Walking Dead второй сезон. Вот буквально только что вышел последний, пятый эпизод. Это очень круто. Давайте посмотрим наш последний выбор. Наши последние выборы. В общем, мы помогли Саре. Правда, потом умерла. Мы не обворовывали Арва, но потом в результате они нас чуть не убили. Так, это я не очень помню, что это было. Не понял. А, ну да, в общем, мы там пролезли там дырку одну. Мы не поддержали ребенка, но это потому, что я накосячил в переводе, мне показалось там что-то другое. И 58% игроков застрелили Ребекку, она превратилась в зомби, и нам пришлось это сделать. Насколько вы помните, прошлый эпизод закончился достаточно печально, нас опять походу в плен взяли, русские. Угу, русские, то есть, да? Вот он вышел, это последний эпизод, и я жду от него что-то крутое. Опять-таки проходим на английском, опять-таки проходим марафоном. И сейчас половина 10 вечера, и поэтому я могу очень сильно тупить в английском, поэтому если будут какие-то косяки в переводе, то извините. Поехали. Я жду от этого что-то очень крутое. В предыдущих частях Walking Dead. Я уже ничего не понимаю. Мне нужна только минута. Ну, я помню, тут мы Карвера, да. Когда я смотрю на него, мне кажется, что он сломан. Просто сломан. Ну, держи. Спасибо. Если они поведут себя на юг, то не позволим. Бросай пушку, или я застрелю тебя. Бросай. Просто нет... Просто... Там какие-то... Да, мы ее застрелили, и началась стрельба. Я уже, на самом деле, половину слов не понял, у меня просто мозг отключился, я не знаю. Ну, это мы все знаем. Telltale Games. Что-то стрельба какая-то. Там всех убьют сейчас, наверное, да? Друг друга сейчас всех поубиваем там. Кто-то в этой перестрелке по-любому должен умереть, мне кажется. Потому что это выстрелить кого-то стрелял. Блин, мы его не... Надо было его обворовать, короче. Походу. О, что такое происходит? Там какие-то... О, Клем! Ты ведь живая? Да, хорошо. Черт, мне попали. Мэг, давай сюда. Клем! Чё там по-русски говорил, я не слышал. Пошел в жопу. Вы сами начали. Ребенок. Надо к ребенку ползти. Надо ползти к ребенку. Ребенка спасать. Конечно, ребенка. А, давай. Конечно, к ребенку тут вообще никаких просто вопросов. Ребенка спасти надо, вы чё? Эй, что ты делаешь? Ребенка спасаю я. Конечно, за ребенком. Черт, я даже его не заметил там. Хорошая работа, Клем. Тихо. Черт, хорошо. Надо что-то сделать, пока нас тут не пристрелили всех. Мы просто... Мы не можем просто здесь сидеть и... Мы скоро просто... У нас закончатся патроны. Надо что-то сделать. Да, да, хорошо. Уже хуже не станет. Вы можете просто уйти. На английском разговаривай. Я всех убью. Если я просто могу добраться с другой стороны стены, я просто смогу... Мы сможем убежать. Я попробую.
Да, хорошо. Хорошо, хорошо. Мне просто нужен отвлекающий маневр. Так, давай, иди. Иди. Давай. Косая. Эй, что ты... Люк, блин, нога. Тихо, тихо, тихо. Нет, 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 нет. Ой, красавчик. Ты в порядке? Да, он просто попал мне в ногу, но я думаю, что я смогу пройти дальше. Черт, я не знаю. Я буду, со мной будет хорошо. Я думаю, все будет хорошо. Нет, отпусти, отпусти меня! You get out here! Иди сюда, или я убью этого ребенка. Отпусти меня, прошу! Я должен быть с ней! Что ты делаешь? Я заканчиваю все это дело. Иди сюда. Сейчас. Ты дерешься со мной? Ты думаешь, ты справишься? Ты... Кенни! 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 А, он просто ко мне ползет. Нет. Тихо, Кенни. Нет, пожалуйста. Попался, сукин сын. Я оставлю медленно тебя истекать. Человек! О, хорош. Это как? Это кто? Это красавица. Просто красавица. Что, на кого-то знакомого увидела? Похоже, знакомого увидела. Она вернулась к нам, смотрите. Безопасно. Давай, я возьму его. Калашников. Опять. У русских только калашников. Охренеть. Черт. Это просто... Интенсивно было. Я думал... Я думаю, так и было, да. Спасибо, что вернулась. Я не знал этого человека. Я никогда не убивала кого-то. До того, кто никто, ничто не сделал мне плохое. Ты спасла нас? Да. Вот что я и сделала, но мне плохо. Давай с нами. Хорошо. Ребекку убили. Ну, я убил. Ну, блин, она превратилась уже. Она превратилась, господи. Как это произошло? Она превратилась. Как-то так. Клем заметила первое. И так что ей нужно было защищать ребенка. Это не твоя вина, хорошо? Она просто потеряла очень много крови. Это не чья-либо вина. Ты спасла жизнь мальчика. Она сейчас с Элвином. Да. Не беспокойся, Бекка. Я позабочусь о твоем мальчике. Тихо, тихо, только не бей его, пожалуйста. Ты кусок говна. Эй, эй, эй. Стой, выйди от него. Все закончено, он ничего не сделал. Как ты можешь это говорить? Конечно же он сделал нам. Уйди с пути. Он не стрелял по нам. Просто потому, что у него не было пушки, не значит, что он не сделал бы этого. Но он не стрелял, так что оставьте его одного. Это там дом, там еда, пожалуйста, отпустите меня. Дерьмо. Нет, это правда. У нас есть дом недалеко, еда. Видишь, он хочет помочь.
Думаю, не будь тупым, он хочет нас просто звонить в ловушку. Почему? Зачем тебе помогать нас? Я не хочу видеть, как другие умирают. Тогда закрой свои глаза, и я сделаю очень быстро. Он врет. Мы не можем доверять ему. Ну, лучше проверить это место. Поверить ему или не поверить, нам нужно все равно идти куда-то. Надо просто нужно быть аккуратными, если ты недалеко отсюда. Неважно, почему это произошло. Нам нужно просто двигаться дальше. Подумай о ребенке, Кенни. Если там какие-то припасы, нам нужны они. У нас уже заканчивается еда. Нам нужно... Возможно, это наш шанс. У нас есть что-нибудь, чтобы... Шипер... Да, не знаю, что такое. Следуйте за мной. Просто дай мне шанс. Ой, шанс. Причину. Просто дай мне причину. Ух, вот это жесть. Вот это, блин, меня раздражает в этой игре то, что очень сильно тараторят. Очень много разговаривают. Это очень сильно не круто. Меня это напрягает. Слушай, я знаю, что ты, возможно, обижаешься, то, что я ушла, но когда я услышала выстрелы, я знала, что это была ошибка. Если помогло, и... Если... Я думал, что уйти было бы лучше, но я не ушла. Я рада, что ты вернулась. Спасибо. Это хорошо. Ты что, ты, возможно, 90% чего-то там. Я думаю, что я тебя раздражала. Нет, это было бы тупо. Я должна попробовать этот вариант. Что я могу сделать? Пообещать, что я не брошу вас снова. Да, господи, ты забыла за то, через что мы прошли? Он идет никуда, Кенни. Я беспокоюсь о Кенни. Он в темном месте. Нам нужно следить за ним. Это, наверное, просто типа какая-то там пословица. С ним будет все хорошо. Я знаю его очень долгое время. Ну, все очень плохо. И на него очень много взвесилось, и когда-нибудь его переломит. Ты единственный, кому он верит. Он рассчитывает на себя. Я сделаю, что смогу. Я знаю. Come on, slowpokes! Давайте, слоупоки. Ненавижу это тараторение. Просто вот я периодически не успеваю перевести, просто потому что я это прочитать не успеваю. То есть я говорю одно и не успел прочитать. Что они там говорят? Подождите, нам нужно остановиться. Нет, нет, я в порядке, хорошо? Просто нужна секунда. Да. Простите, просто я опять не успел. Хорошо, давайте здесь. Эй, что я сказал? Когда я тебе говорю что-то, ты меня слушаешь, понял меня? Кенни, успокойся. Нам не к чему это. Он-то заслужил. Да оставь его. That's enough. Leave him alone. Just fucking stay put. Сиди спокойно. I'm gonna have a word with Kenny. He doesn't have to treat him that way. Kid's been through enough. Он через многое прошел. Ему очень сложно. Да. Да, поговори с ним. Я позову Клема, если что-то понадобится. Просто возьми ребенка, хорошо? Окей. Хорошо. Что с вами, ребята? Что ты имеешь в виду? Каждый человек постоянно пытается
Короче, всех все посылают. Постоянно все заканчивается одинаково. Они просто испуганы. Когда это происходит. Когда они не знают, что делать. Да. Это что-то значит. Боже мой. Держи рану. Я пойду поищу, чем можно перевязать. Эй, Бонни. Да? Прости. За что? I'll be right back. Я скоро вернусь. Что ты отпустила-то? Как ты себя чувствуешь? Honest, ну, если быть милым, то намного лучше. Блин, Люк тут прям как Кинни, такой добрый. Как мы сюда добрались? Что ты имеешь в виду? Сидим на снегу. Вокруг деревьев. Пуля в меня в ноге. Но мы живы. И когда очень многие мои друзья мертвы, просто бессмысленно, я не могу ничего с этим поделать. Все, с кем мы связывались, просто ушли. Ник, Пит, Эллен, Бека. Это не твоя вина. Нет. Нет, конечно. Я мог бы сделать больше, и... Я просто не смогу жить с этим. Хорошо, это должно сработать. Отлично. Что я пропустила? Становится холодно. Да. Хорошо, да, что у тебя есть крутая курточка? Я думаю, что надо найти воду там. Эй, Клем, иди и посмотри, если ты сможешь поменять перевязки на глаза Кенни. Потому что я пока перевяжу Ника. Это он дал вам. Ну, короче, надо этот, как его, перекись водорода, чтобы прочистить рану. Так, коротко. Я думаю, что мы сможем, куда мы можем пойти с младшим Элвином. Его родители, думаю, что его родителям понравится это. Понравилось бы. Да, мне тоже. Элвин Джуниор, да? Нравится? Я думаю, AJ лучше. Что это такое у тебя? Можно я поменяю перевязку твою? Тебе не нужно делать такие вещи. Да, мне не нужно делать многие вещи. Хорошо, давай просто с этим справимся. Надеюсь, что я этого маленького не испугаю. Или тебя. Твою мать! А-а-а! Что там? Ну, как выглядит? О, господи. Я рад, что Карвер мертв. Кенни, дай только сейчас орать не будешь, это реально больно. Это так больно будет, вообще жесть. Офигеть, она же никогда такого не делала. А, не делала. А, не, она без перекиси перевязывала. I'm guessing this is going to be the shitty part. Don't be a baby. Не будьте девочкой. Один раз уже справлялись, да. Знаешь, как-то разрядить ситуацию.
Вообще, это так гореть просто. Твою мать, да. Тебе надо перестать ныть. Да. Хорошо. Ты права. Ой, твою мать. Прости, извини за мой французский, да. Он сможет. Он может слышать некоторые плохие слова, я же слышал. Да. Это точно произойдет. Нам нужно было спасти Элвина. Вытащить его из кэмпа. Поняли. Я постоянно думаю о нем каждый раз, когда я смотрю на младшего Элвина. Это вина Карвера. Это же не ты сделал. Да, я так думаю, но... я не могу после этого чувствовать себя нормально. Все хорошо. Да. Мы готовы идти? Let's head out. Мы двигаемся. Заметьте, да, Кенни какой-то это, такой анти-Кенни. Обычный Кенни всегда умирает, а тут Кенни просто живучий, как вообще скотина последняя. Не, ну Кенни хороший, конечно. Блин. Хоть он и... Не, он крутым. Он вот тут Кенни реально, вот у него мозг есть. И это то же самое? Эй, я с тобой разговариваю. What? Что? Это? Что? Блин, припасы здесь? Там, где еда? Отвечай ей. Нет, это дома. В доме. Нам надо еще пройти несколько часов. Черт, я знал, что это должно произойти. Он нас обманул. Да, спасибо. Да ладно. Становится темно. Может, мы сможем остановиться здесь на ночь? Этот Люку нужно отдохнуть. Нам всем нужно отдохнуть. Я сделаю все, что вы захотите, хорошо? Ну, просто я... Да, мне, правда, нужно отдохнуть. Я думаю, что там можно будет... Там будет безопасное место. Может, мы просто сможем все провести хотя бы одну тихую ночь. Да, хорошо звучит. Да. О, черт, прости об этом. Все хорошо, чувак. Все хорошо. Если мы здесь останемся, нам нужно осмотреть это место. Хорошо, я пойду убежусь, что там нету никаких ходунов. Я пойду с тобой. Попробуй его успокоить как-нибудь. Нет, это все для тебя. Отлично. Промолчу просто. Это сработало. Думаю, что ты ему нравишься. Он милый. Да. Ну, практически все дети обычно какие-то уроды, востока не родятся. Давай я его подержу. Да, спускайтесь, все безопасно. Ларва похож на этого из первого сезона. Как его звали? Бена. Вот, правда, он там... Он умер. И Кенни его спасал, ну, короче говоря. Жесть была. Давайте вы не будете говорить, а то я уже просто не могу, у меня дышать. Можно ли подышу хотя бы? Today's my birthday. Сегодня мой день рождения. Near as I can tell, at least. Сколько тебе лет? Happy birthday, Luke. Yeah, man. С днем рождения.
Да, лет рождения. Сколько тебе сейчас? Я 27 уже. Достаточно старый. Да, чувствую намного старее себя. Что у меня мышка пилит? А, я понял. Этот момент есть такой, да? Закончил 5 лет назад колледж. Что ты учил? Да. На кого учился? Короче, историком. Прикольно. Ощущение, что ты работал в кафе каком-то. Боже мой, я не понимаю, особо, что они говорят, если честно. Ну, я почти чуть не забыла. Мы сохраняли это до какого-то до какого-то случая, там, для дня рождения или что-то еще. Так что это тот самый момент. Это хорошая вообще идея. Клементин, после всего, что у нас было, думаю, что это лучшая идея, что ли, лучшая идея. Наверное, просто хочет успокоить всех. Да. Тебе нужно сказать тост. Нам нужно всем что-то выпить. Ну, мы просто потом по кругу передадим. To the loved ones that we've lost along the way, and to the hope that we see them again someday. Это как что-то непереводимое только что было. Что-то английское такое. Прямо на английское. Yeah? Это было реально мило. I didn't mean for it to rhyme. That was... Well, I got a first watch. Я пойду посмотрю на. I think the fence has got us pretty secure. Can't be too careful. The baby might be cold. Nah, я посмотрю. He's a tough little guy. I can take it. Я могу посмотреть, да? Nah, you stay warm. Нет, ты оставайся в тепле. Clem, let him Clem, подпусти его. I'm gonna post up over near the hole in the fence there. Holler if you need anything. Thanks, Kenny. Спасибо. Ну, она смотрится там. Fire's real nice. Plenty of room if you want to get warm. Огонь очень теплый, может, подойдешь сюда? Нет, нет, ну, хорошо. Я не ожидал, что она вернется. Просто когда я думал, что мы ее увидели, просто сюрприз какой-то был. Я рада, что она здесь. Нам повезло с ней. Но она помогла нам там. Так что это совет. Хорошо, мы книжку опять какой-то каламбур, наверное. Ой, да ладно, я просто что-то сказала. Это было тупо. Я понимаю. Она милая девочка. Когда-нибудь... Что? Боже мой. Я не знаю. Наверное, просто хотел забыть про все, что... Просто все, что происходило 10 минут назад. Но это намного дольше, чем все это происходило. It's my fault for bringing it up. Промолчу просто. А там что-то сказал, я не успел прочитать просто. Я там диалог завязался. Maybe she came back for you. Может, она вернулась за тобой? Could be. Я бы вернулась за тобой. I'd come back for you. You know what I mean. Ты знаешь, что я имею в виду. Well, thank you, Clem. Спасибо, Клем. Я то же самое бы сделал. Luke's a regular Casanova. Hey. Да Люк Казанова. Да ладно тебе. Так как ты... Все на всех людей работают. Понятно, на всех женщин работает в этой игре. Черт. Я просто тоже выпил, да? Sorry. Простите. Просто это пьяные разговоры. Well, I ain't a man. So they can take that shit somewhere else. Что? В общем, короче, не просто обычная какие-то пьянка уже началась. Клем, посмотри, если ты сможешь затащить Джейн и Кенни сюда, а то там очень холодно. Да. Может, это поможет им как-нибудь как-то. Вообще, я против алкоголя, на самом деле. I miss TV. Feels like forever since we had electricity.
Такое ощущение, что прошла вечность. С тех пор, как... я видел последний раз вообще электричество. Они хотели, чтобы ты затащил меня туда с помощью алкоголя? Я просто хотел поговорить. Может, я просто хотел поговорить? Хорошо. Допустим, я тебе поверю. Я не знаю. Это может быть ужасно. Почему? Потому что ты сделал это с Люком. Что это вообще значит? Что это значит это? Ты знаешь. Да, хорошо. Да, я сделал это с Люком. Это особо небольшая проблема. Так ощущение, что я это... Будет значит, что я подписал какой-то контракт или что-то типа того. Да, хорошо. Хочешь? Я ребенок. Хорошо. Как знаешь. Я была намного старше тебя, когда я первый раз выпила. Это было ужасно. И я просто вломилась в мини-бар родителей, там просто все разнесла. Это было ужасно, там типа землетрясение. Ну, не было. Офигеть просто. Она что-то там разбила прям в ванной. And I proceeded to eat what I thought was sugar candy. It was not sugar candy. The problem with glasses, it looks a lot like sugar crystals. It's never really been a problem for me. Keep it that way. My sister found me. У моей сестры нашла меня пьяной и кровь из моего рта. Нифига себе! Ты съела стекло? Я съела стекло. Охренеть. Она там что-то разбила просто. Что-то разбила, похоже. Она стекло съела. Охереть. Что происходит вообще? Я просто вот какая-то там такая история, которую я не смог перевести, потому что я туплю очень сильно. Я просто реально спать хочу. Да, ему нужно выпить намного важнее, чем у нас. Хоть бы это было не тупо. Хочешь здесь сесть? Нет, просто все в порядке. Я в порядке. Да, да, хорошо. Где хочешь? Ну, такие не предложить. Там что такое? Шарова, блин. Вот я вот хочу с ним поговорить сейчас просто, потому что он такой вот, вот кусок дерьма просто. Я ненавижу людей уже в этой игре. Насколько далеко дом? Мы весь день прошли. Я думаю, что мы достаточно близко должны быть. Оставь меня, понятно. Ну ты, короче, конченый. А иди нахер. Тупорылое существо, блин. Я, блин, ему поверил, оставил им. Да вообще просто. Офигеть. Надо было забирать. На, бухни. Не хочет даже выпить. Да-да-да. Тихо-тихо-тихо. Эй. О, привет, Клем.
Просто хотел подышать. Кинни, здесь везде можно подышать. Прости за то, что я тогда так вел себя, просто после того, как Сарита... Я не мог с этим справиться. И прости, ты сделала то, что ты могла. Тебе не за чего извиняться. Я знаю, что не хотел это делать. Thanks. Спасибо. Я потерял своего ребенка. Так сильно по нему скучаю. Уже прошло очень многие годы. Я наслаждался тогда, когда я... Когда мы искали лодку, я просто наслаждался, когда я от них избавлялся, а теперь я не могу просто вообще. Может, когда-нибудь ты увидишь их снова. Ну что ж, я тоже должен, наверное, в это верить. С ним будет все по-другому. Я никогда не совершу такие же ошибки, какие я совершил тогда. Тебе нужно вернуться к огню. Да ты... Тебе тоже стоит пойти. Я не знаю. Давай. Всем будет хорошо, если придешь. Да, хорошо. О, ура, у нас получилось. Там ребенок тоже холодно, наверное. Ладно, идем обратно. Джейн. Короче, они уже говорят как-то, что бухи все такие. But I can confirm there was no time for kissing. Чего нет времени целоваться, что? All right, enough of that. Да ладно, хватит вам. Клем. Очень хорошо слышать, как люди смеются. Потратили столько времени, чтобы попытаться выжить, и даже не было шанса насладиться жизнью. Да. Это проходило очень много раз. Алкоголь помогает. Конечно, помогает. Ну, естественно, блин. Подбухиваешься, и все нормально. Все хорошо сразу становится. Есть еще один человек, которому нужна помощь. Звучит как трата хорошего рома. Он потерял сестру сегодня. Ему нужно так же, как и другим. Я сказал свое мнение, высказался. Я не думаю, что он плохой человек. Я просто думаю, что хорошие люди делают плохие вещи иногда. И особенно сейчас, когда с миром творится такая штука. Оставь, понятно. Не ори ты, блин. Прости, но моя вина. Мне просто... Оставь меня. Все в порядке, все хорошо. Она в хорошем месте. Наташа, сестричка. Все хорошо, все хорошо. Может, это лучше, если все мы отдохнем. Кто знает, что нам через что нам придется пройти завтра. Да, это хорошая идея. Спасибо, Кенни. Я... Не обращай внимания. Ты хорошо справилась. Это было мило. А пока это было... О, господи, текстурки какие. Хватит разговаривать, я экшена хочу. Я же не могу разговаривать. Переводить особенно это дело. У меня просто мозг уже взрывается. Я так спать хочу. You sure you're good?
Ты уверен, что в порядке? Да, у меня с мной все в порядке. Я вам дам знать, если что-то будет не так. Сколько еще идти? Уже очень близко. Ты говоришь это постоянно, когда я тебя спрашиваю. Пожалуйста, идем. Зомбарь. Я правда начал думать. Это ходу? Что за черт? Тихо, тихо. Твою мать. Ребенок, где? А чё, Кенни, живой? Было близко. Он просто из ниоткуда вышел. Это было очень громко. Хорошо, чтобы еще не пришли. Да, давайте мы просто пойдем дальше. Это очень близко. Идем. Ой, твою мать. Ну, вроде не такого экшена просил. Я хотел экшена покруче. Но только чтобы все хорошо со всеми было. Вон там. Этот кусок дерьма. Его, он наполовину построен. Твою мать. Мы тут за припасами, а не за домом. Такое ощущение, что он пустой. Да. Он пуст... Ты что, издеваешься, что ли? Я... Но я не говорю, пока... Хорошо. Твою мать, ты стерёг, что ли? Пустой дом. Мы туда дойдем вообще, нет, сегодня? Слушайте, это лед, это жесть. Ну, может, как-нибудь можно обойти? Я не вижу никаких путей. Скажи это на американском. Может, мы пойдем очень медленно, и, возможно, будет все в порядке. Да, нам не надо торопиться. Нужно разделиться. Это будет безопасней. Ну, меньше веса, там, все дела. Пусть этот урод идет первый. Хорошо. Надо идти предельно аккуратно. Ну, вроде нормально идем. Ой-ой. Тихо-тихо. Все в порядке. Не волнуйся. А вот я волнуюсь. Смотрите, сзади за нами идут. Алло, сзади! Сзади сейчас они же, тут еще больше веса, твою мать. За нами ходуны. Ты их просто несколько. Все будет нормально. Давайте просто доберемся до дома. Эй, оставайся с нами. Твою мать! Это печально очень сильно может быть. Давайте просто разберемся с этим. Если мы разделимся... Эй, ты куда? Урод. Блин, Кенни не видит. Он убьет его, черт, Кенни. Иди сюда, кусок говна. Останови его. Мы уже, может, уйдем со льда, нет? Так, хорошо, они прошли. Люк! Нет, только не ты, только не ты, только не ты, только не ты. Только не ты, пожалуйста. Не, не идите сюда. Нет, тихо, Люк, ну только не ты. Я справлюсь, все хорошо. Ты уверен? Да. Там ходуны. Лучше будет. Я просто нужно быть аккуратно. Нет, 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 нет. Нет, не стоп, блин, к нему беги. Ходуны почти здесь. Быстрее, да, я знаю. Вы не помогаете. Ты должна помочь. Нет, не помогай. Клем, и давай. Помоги ему, Клем. Помоги ему. Ты легкая. Не говори ей так. Посмотри на меня. Бери пистолет, просто стреляй по ним. Просто дай мне немного времени. Помоги ему! Клементин, остановись. Клементин! Да как мне похер вообще, мне надо помочь ему. Я его вытащу ведь.
Иди назад, пожалуйста. Я помогу тебе. Все будет хорошо. Люк. Твою мать. Твою мать, где Люк? О, не та кнопка. Долбить, долбить. Долбить. Встань. Встань. А ты так сильно бьешь, блин? Давай, 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 давай. Да твою мать. Ой, спасибо. Нет, прям за ногу, прям за то место. Помоги ему. Помоги. Помоги ему. Помоги ему. Нет, какой Титаник, иди в жопу. Нет, Люк, нет. Домой, нам нужен огонь. И так должно быть так холодно, что он скоро умрет. Твою мать, какого хрена, Люк? А как это вообще произошло? А дом-то пустой. Тут костер. Твою мать. Нам нужно ее согреть. А то она зато от холода умрет. Именно поэтому надо было снять с нее куртку. Угу. А он ушел. Люк просто... Я пыталась помочь ему. Я просто... Когда лед начал, Клем пыталась помочь ему. Он просто... О, черт. Ты кусок дерьма. Это твоя, твою мать, вина. Ки не прав. Ты тупо. Потому что это твой дружок, что ли? Он просто испуганный ребенок. Это не, блин, не его вина. Да как ты... Посмотри на это место. Кусок дерева. Какие-то там магические, блин. Что, не говоришь на английском, да? Пошел в жопу. Ты кусок говна. Да твою мать, отстань от него. Господи. Заслужил это. Не надо было, блин, ничего делать теперь. Люк нахер из-за него умер. Что ты с ним сделал? Он не врал. Но Люк умер за него. Он нахер он побежал, а? Скажи мне, как может... Блин, корову... Блин, чили просто помочь. Короче, там перец такой. Консервы могут помочь ребенку. Маленькому, младенцу. Я его свяжу. Хорошо. Майк, помоги мне отвести огонь. Хорошо. Майк. Да, да, хорошо. Ищите огонь. Ты оставил его. Охренеть просто, уметь Люк. Ну почему Люк именно? Почему Люк? Я посмотрю на тебя. Черт. Он почти убил тебя. Что не так с ним? Ты проснулась.
Кенни там пытается завести. Что? Вот, тебе надо что-то съесть. Okay? Ты в порядке? Спасибо. Не могу поверить, что он просто ушел. Я, конечно, терял людей раньше, но... Он тоже о тебе заботился. Твою мать. Должна была вернуться. Я знал, что это произойдет, я просто знал. С нами все будет в порядке. Верь мне. Есть, как скажешь. Я найду что-нибудь, чтобы почистить рану. Спасибо. Спасибо. Я не могу больше это терпеть. Чувствуешь лучше себя? Да. Чёртов день. Но нам нужно двигаться. Если ты готова, я, возможно, смогу завести эту машину. Да, хорошо, Кенни. Я подожду тебя за это, сзади. Сзади во дворе, наверное. Я присмотрю за ним. Это куртку одеть. Клем, одень куртку, а. Клем. Просто будь осторожна. Ну, блин, для меня это вообще не проблема, на самом деле. Почему-то со мной все всегда хорошо получается. Я никогда ничего плохого не делаю. Что игра под меня подстраивается. Че, он сможет завести-то его? Что у нас? Что? I know she was running her mouth. What did she say? Well, we didn't talk about you. Мы не говорили о тебе. Really? Правда. Really, Kenny. Правда, Кенни. Да, мы о нем реально не говорили. What happened? Что случилось? Все закончено. Но AJ нужно сейчас. Нам нужно как-то, ну, уехать на этой штуке. Давай. Давай посмотрим, если он сможет ехать. Главное, чтобы там мотор был в порядке, бензин был. И аккумулятор был заряжен. Мой отец всегда чинил эти штуки. Ну, он научил меня уважению. И... Джин может научиться. Мы все просто устали. Да. Я уже 2 года уставший. Да, хорошо. Попробуй завести. Давайте. Не заводится. Мам, мы так близко, Клем. Еще немножко везения, я смогу эту штуку завести, и мы сможем свалить отсюда. И преодолевать большие дистанции. Веллингтон должен... Ну, хорошо звучит. Хорошая идея. It, мы сможем это сделать, я знаю это. Right, так, хорошо, пробуй еще раз. Did you turn it? Ты повернула? Да. God damn it. Да, черт. Kenny, в порядке? Are you okay? We gotta get moving if we're gonna keep AJ. Нам нужно двигаться, если мы хотим, чтобы AJ выжил. У нас заканчивается время. Я должен заставить эту штуку работать. Попробую нагреть батарею. Иди внутрь. Я не хочу свалять ребенка с этой девочкой. С Джейн, короче. Психует.
курит. Где сигарет нашего, непонятно. Want one? Хочешь? Да ты издеваешься, что ли? No, thanks. Нет, конечно. Do you? Ты помнишь, когда увидел меня первый раз? Ну, там, в этой доме. Я ну, не сможет. Я, короче говоря, ей было больно. Почувствую то, что, типа, мы ей поверили. Тебе когда-нибудь делала что-то такое, что о чем ты пожалела? Я пытаюсь ни о чем не жалеть. Да? Думаю, что мне нужно об этом подумать. Знаешь, я скажу одну вещь по поводу Люка. Не важно, где это закончится. Понятно, это опять какая-то хрень. Никогда не смогу поверить, что ты могла быть им. Можно я спрошу кое-что? Когда последний раз кто-нибудь... чего? Я думаю, что люди меня уважают. Правда? Я так думаю. Ну хорошо. Дорогая. Знаешь, я очень много проживаю... И слышала огромное количество обещаний. Если бы что-нибудь из них было правдой. Ну, короче. В туалет пошла. Спать хочу, просто невозможно. На чай попить. Зеленый чай лучше, кофе работает вообще. Чё там? Огонь, чё? Эй. Майк и Орва никогда не заткнутся, так что я придвинулась сюда. С ним все будет в порядке, как всегда. Он защищает этого ребенка просто ценой своей жизни. Мне кто-то пишет, и я не буду. Я знаю, что Кенни хороший чувак, Клем. И Карвер тоже был иногда, как когда-то. Возможно, была хорошая работа, когда все это произошло. И в один день... Да хорэ мне вспомнить, кто это делает. Кенни не Карвер. Он просто ошибся. Все, что я говорю... Так, не понял. Ладно, пофигу. Кто меня вспомнил? Вы очень многое прожили вместе. И я еще не успел читать, что прямо сейчас спать хочется. Я должен добить этот эпизод. Я думаю, что ему нужно поесть или что-то. Покормить его надо. Такое ощущение, что ты это уже делала. Хочешь попробовать? Нет. Будет ужасно. Клем, нет. Держи его как-то так. Эй, hey, привет. Меня зовут Джейн. Я не понял, что это... А, я понял. Gross. Я понял, что это такое. There's not much left. Больше не осталось. Я была с другими людьми. Один человек просто застрял на дороге. Не могу вспомнить, как его звали, но он звал меня Мэри Джейн. Его просто окружили зараженные. И мы просто по одному пытались идти и спасти его.
Lost four people before we got him out. Потеряли четверых, пока вытащили его. И все это ради одного человека? А об этом я и говорю. Потом нашла, что он был укушен там на шее. Посмотрела в нее лицо. Что он просто пялился в небо и... Чуть на птиц смотрел. Послушай, Клем. Он завел? Охеренчик. Это работает. Воу, реально. Работает? Что я тебе говорю? So what's the plan? Каков план? How much food do we have? At least a week. And for the baby? Нам нужно найти место для ребенка. Да. Какое-нибудь теплое. Согласна. Нам нужно на юг. Мы просто замерзнем до смерти. Это была очень тупая идея оставаться здесь. Она права. Что если мы вернемся к Хоу? Ты идите нахер. Я думал про Техас. Техас? Издеваешься? Просто мысль. Мы уже говорили об этом. Мы едем в Веллингтон. Да, Клем? Веллингтон? Я с Кенни. I'm with Kenny. We should head north. Goddamn right. Да, Клем. My friend Krista. Мой друг Криста, она сказала мне про Веллингтон очень долгое время, Джейн. Это там. Да, Криста говорила. Мне пофиг, о чем вы говорите, но я заставил эту штуку работать, и поэтому мы поедем туда, куда скажу я. Это единственное место, где мы сможем помочь Эйджею. Что по удару? Про русского? Он не едет с нами. Он слишком опасен. Что угодно может сделать. Вот здесь это может быть права. Он знает местность, он может помочь нам. Да, как он же нам помог. Он убил Люка. Я не сказал бы, что... Я никуда не поеду в... Блин, в центре ночи. Хочешь убить этого ребенка своими руками, что ли? Мы, может, поговорим тут в другой день? Твою мать, помнишь раз, последний раз, когда я разговаривал с работой? Я иду внутрь. Кенни, ты в порядке? Ну куда ты ушла-то, блин, поговори с ним. Поговори лучше с ним. Для его безопасности. Твою мать, это было тупо. Да сваливай отсюда. Это я. Клем, прости. Просто дай секунду. Закрой дверь. Ты можешь поверить в это, а? Я заставил работать эту штуку, а они такое ощущение, как будто я вообще ничто. Они тебя боятся. Если думаешь, ты слышишь, мы все испуганы. Слушай, нам может просто как-нибудь... Нам нужно найти еду для этого ребенка. Все, что нам осталось сделать. Подумай про Ребекку и Элвина. Я думаю, что если Ли... Если бы не нашел бы тебя в Джорджии... Я знаю, что ты прав. Я знаю, ты прав. Кто-то должен держать эту группу. И этот ребенок просто зависит от нас. Хочу, чтобы Ли был здесь. Что думаешь, что бы он сказал? Сохранять группу. И чтобы мы остереглись больших городов. Мы не можем просто бросить этого ребенка, понимаешь?
Это Ли знал об этом, и люди такие, как Джей, никогда не понимали. Слушай, я знаю, что Веллингтон просто, ну, может быть, ужасно, но там, блин, что там было, короче, там огонь, тут что-то там, не понял я. Знаешь, когда я первый раз увидел тебя там, я думал, что я сплю. И когда ты села около меня, и мы говорили, я мог сказать, что ты теперь другая, выросла. Прайд? Гордиться? Но мы не можем пойти одни. Нам другие тоже нужны. Именно поэтому я рассчитываю на тебя, Клем. Нам нужно заставить их, ты и я. Слушай, разберемся утром. Давай. Давай поспим, чтобы мы были все готовы. Такое. Просто группа держится реально на соплях. Никто не хочет просто ничего. Что происходит? Что за стуки? Что это такое? Это просто хрень долбится в окно. Это провод какой-то, шнур. Ой, твою мать. Это кто? Тихо, что такое? Вы что, охренели, что ли? Вы что там оба охренели? Алло! А, это ты, скотина. Я понял вас, ребятки. Стреляем. Назад. Клем. Черт. Что ты делаешь? Я разберусь. Клем. Чего? Мы просто уходим. Какого? Нет, вы никуда не уходите. И куда же вы идете? Куда угодно, только не здесь. Что ты имеешь в виду? Слушай, надо просто свалить этого чувака, хорошо? От кого? От Кенни? Клем, черт. Ну, у нас нет на это времени. Просто потише, Клем, пожалуйста. Нет, ребятки. Вы никуда не уедете. Вы не уедете сейчас сюда никуда. Я всех перестреляю здесь, если вы кого-то уедете. Хорошо, Клем. Ара, этого Ара уже давно пора застрелить. Они пытаются нас обокрасть. Ты чё, охренел, что ли? Охреневшее создание. Ты мразь. Клем. Не трогай меня. Да застрелись этого урода! Да помогите ей лучше, она, блин, истекает кровью, твою мать! Эту мразь, я его найду просто! Твою мать! Клем! Я так не заканчиваюсь на этом сезоне, вы что, издеваетесь, что ли? Не, все хорошо. Чего? Чего? Вы что, издеваетесь, что ли? Твою мать, чего? Про что? По-моему, это ей кажется. Про что? Про... Он укушен, да? Он укушен. Мы не знаем, как это работает. Блин. Это просто... Что? Может, он просто... Это не холодно. Чего? Слушайте, мне кажется, такие кажутся. Нет. Наверное, нет. Кенни. Так, по-моему, ей это кажется. Мне плохо.
Why? Почему? Я называл его... Короче говоря... Oh, that's okay, honey. А, хорошо, все. Я не понимаю ничего, что происходит вообще. Какого хера? Ли? Ли? Why did Lily Почему Лили сделала это с Карли? Я не знаю. She was sad, Clem. That can make people angry sometimes. А люди иногда бывают злыми. Из-за ее отца? Because of her dad. Yeah. Ребята, это что-то не, это нет, что-то не то. Don't always make sense. How come? Охренеть, что происходит? Плохие вещи всегда обычно происходят с хорошими людьми. Что происходит? Людям сложно после того, как они происходят. Как ты думаешь, нам стоило Лили оставить с нами? Не думаю. Я тоже не знаю. Это было нелегко. Охренеть. Я даже не знаю, сделали мы правую вещь. Как ты можешь так говорить? Ну, это... иногда есть просто правильный ответ. Я ненавижу математику. Я тоже. Я не хочу никого обижать. It's not that easy. Это не так легко. Мне страшно, Ли. What can I tell you to make it better? Что? Чего? Все будет в порядке. Я не понимаю, что происходит. Better, да, все будет намного лучше. Ты сделаешь все это лучше. Right. Даже когда все будет хорошо. Да это не реалистично. Это нет. Ей кажется, я вам отвечаю. Ей это реально кажется. Или нет. И хрен знает. Какого хрена? Well, let's try to get some sleep. Да попробуем просто поспать. Нет. Ну давай, только... Hey, хорошо, Ли. Мне кажется, это ей просто кажется. Мне кажется, она просто отключилась от потери крови. Глаза закрой. Мне кажется, вот именно вот это вот ей кажется. Тихо, я так и говорил, да. Слушайте, заткнись. Да, реально, ей это показалось. Фу, я уже думал, вообще жизнь какая-то. Она проснулась. Все, мы хотя бы едем. А Бонни-то есть? Бонни-то нормальная вроде. Клем. Где мы? Уже несколько часов едем. Как себя чувствуешь? Болит. Не смогли найти пулю, но продезинфицировали. Будет много гореть. А, я ожидал это от русского, но от Майка. Бонни в порядке? Где Бонни? Она пошла пешком. Now that Clem's awake, we should talk about where we're going. We're headed north. What, to find мы едем на... Ты говоришь очень много херни, у тебя есть план? У нас... у нас есть... Веллингтон. Wellington's out there. We have to keep looking, Jane. Нам нужно искать Веллингтон. Can't be falling for this. She made up her mind. Она сделала выбор. Клем, пожалуйста, это суицид. Почему ты позволяешь ей думать здесь? Короче, блин. Even if there is some place up here, it could take us weeks to find it. We could get back to House in a day. Мы можем добраться до Хау. Whatever. I give up. Я сдаюсь, короче. Все. Убери ноги от бардачка. Let's play game, Clem. Давай поиграем в игру, Клем. Я шпион
и урод. Понятно. Твоя часть, твой... Вырасти уже, блин. Промолчу просто. Я уже устал играть с тобой. Ты ничего не знаешь обо мне. Ой, я знаю тебе очень много. Ничего. Никто не, тебе не заботится. Ты ни о ком не заботишься, кроме себя. Что с тобой? Это твоя семья, да? Нет. Это это? Да? Оба заткнитесь. Не влезай, Клем. Не скажи им, что делать. Слушай меня. Ты твой рот открылся мою семью? Я уже, мне уже надоело об этой херне разговаривать. Просто доедем уже давай. В конце всегда думают все о себе, да? А когда ты где-то, где ты был, когда Сарит умерла, а? Где ты? Кенни любил Сарита. Конечно. Он любит. Ему нравится, когда кто-то есть, кто делает то, что он хочет. Пошел в жопу. Знаешь, все разговаривают сзади тебя, потому что все тебя боятся. Майк, Бонни, Сарита. Блин, вранью это все. Все знают, что... Что, типа, скоро закончится смерть. И не разговаривай о семье. Это кусок дерьма. Иди в... Да успокойтесь вы. Господи, как это произошло? Он же медленно ехал. Ты в порядке? В порядке. Как Эйджей? Он в порядке. Ты уверена? Да. Клем, ты в порядке? Да. Кенни... Тихо. Объедь. Мы не должны останавливаться. У нас заканчивается бензин. Нет вообще таких вариантов. Если что-нибудь произойдет... я встречу вас там. Я пойду с тобой. Ну. Чего там решил найти, я не понимаю. Твою мать. Я не могу больше. Я серьезно, Клем. Помолчу. Господи, такая херня сейчас произошла. Вообще, у меня мозг взорван просто. Просто мозг взорван. Клем, мы можем уйти прямо сейчас. Ты серьезно? А что это Эйджея? Слушай, я знаю, что ты очень близка с ним, но Кенни никогда не отпустит его. Это наш шанс, Клем. Ты... Ты... Что происходит? Зомби. Почему они двигаются? Ну, им не холодно, наверное. Им недостаточно холодно еще. Ну, один сад, я не знаю, как водить. Видишь, медаль. Давай, давай, дави. Газ. Газуй. Дави, просто дави. Дайте поуправлять. Я уже тренировался в докрю. Ой-ой. Вай. Выбрось отсюда, дверь застряла. Только... На те. Черт, черт, их там больше. Двигайся. Давай, давай, давай. Клем, быстрее. Джейн, выбирайся скорее. А, твою мать, я ни хера не вижу. Джейн, подожди. А, ты чего меня схватил? Отстань от меня. Отстань. Вот патроны лучше не тратить, кстати говоря. Джейн. Там сзади кто-то стоит. Это, наверное, просто зомби. Твою мать! Нет, нет. Все. Я просто боюсь, что закончится на каком-то дебильном месте. Именно сезон закончится на дебильном месте. Да чтобы все было понятно. Что происходит? Ни хера не вижу. Я только слышу всяких уродов. Офигеть просто. Я ничего не вижу вообще. Я вот иду, вот-вот иду, и все. Я ноги вот вижу, Клем, и тень. Ух, твою же мать! Блин, вот осталось еще только потеряться и все.
Куда я иду? Просто все белое. Это куст. Ни хрена не видно, ребятки. Вообще ничего не вижу. Капец просто. Я с управлением просто не справился. Вот там надо было, блин, стик повернуть, а я что-то не успел, не среагировал. Почти дерево. Куда-то мы идем, наверное. Просто упал, надеюсь. Давай, ни хера не видно просто. А деревья где? Я не вижу ничего. Кстати говоря, можно было бы и покричать. Там, Кенни там. А это куда мы пришли? Чё за... Какие-то скамейки? Или что это? Столики? Да, это какие-то скамейки со столиками. Чё это за место? Игровая площадка? Горка? Куда-то я иду, я не знаю, нажал просто. На А. О, них. Вот это магазин какой-то, да? Офигеть просто, я ничего не вижу. А, вот, ура. Дошли куда-то. Вообще. Джейн? Джейн, о, Кенни. Кенни, ты в порядке? Yeah. Да. Где ребенок? Он с ней. Ты оставила ее с ней? Джейн! Ну, она сама ведь ушла, ну блин. А, точно, она свалила. Джейн! И остались мы вдвоем. Вон она идет. Подожди. О, твою мать. Слава богу. Джейн, ты в порядке? Ребенок где? Ты чё? Джейн. Что ты сделала? Он... Что ты пытаешься сказать? Нет. Нет. Нет, только не снова, не снова. Вот еще раз он не выдержит уже. Клем, посмотри меня. Не знаю, что... Просто... Держись подальше, хорошо? Держись подальше от чего? Ты должна мне верить. Мы можем увидеть, что он нас... Кто он на самом деле. Кенни, успокойся. Не делай ничего тупое. Не уйди с моего пути. Как ты могла убить чертова ребенка? Я не убивала его. Это была случайность. Джейн. Джейн, не надо. Просто не надо. Я просто не могу терпеть его больше. Оба два дебила просто. Очень вовремя вы это делаете сейчас. Не подходи ко мне, кусок дерьма. Ну твою мать, Кенни! Ты чё, охренела, что ли? Второй год. Пошла в жопу. О, господи, очень вовремя. Не надо. Джейн, ты охренела, что ли, блин? Твою мать! Она его прям вообще что, серьезно, нет? Встать между ними, давай, 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 давай. Твою мать! Я тебя просто убью. Ахаре. Смотрите, что вы делаете.
послушайте меня. Да. А, твою мать, ей же больно. А, капец, опять кровь пошла. Тут только кого-то убить надо, походу. Я просто убью тебя. Тут пистолет. Я не хочу никого из них убивать. Я не буду. Можно ничего не делать? Может, как-нибудь само все разрешится? Я не буду ничего делать. В кого-то стрелять? Нет, я не буду ни в кого стрелять. Кинни, там глаза. Джей, он ушел, Клем. Она просто... Так она могла это сделать? Ой, твою мать. Ты в порядке? Я поживу еще. Твою мать! Два куска кусочного дебила. А он живой. Слышите, да? Я сзади. Он в машине остался. Она херел. Стоп, а как он в машине остался? Как он в машине остался? Чего? Это как это произошло? Она же всем убежала. Черт, эй, Джей. Ты в порядке? Ты в порядке? Он жив. Эй, Джей. Дай посмотреть на него. Уродка она, короче, была. Он там просто плохие вещи про нее говорит. Про Джейн. Блин, там у Кинни же открытые раны просто. Эй, слушай. Я не хотел, чтобы это произошло, но... Я думаю, что она убила Элви. Не, она просто пыталась... Она хотела драться. Я никогда не пораню тебя, понимаешь? Я защищаю тебя. Веришь мне, да? Конечно, верю. I believe you. Okay. Хорошо. Thanks. Спасибо. Come on. Пойдем. Давайте. Нам до нашего места осталось еще буквально немного. Твою мать! Какого хрена? Они перед вдвоем остались. О, жесть просто. Все, что ли? Не может такого быть. Надо какой-то заключительный, такой нормальный конец. Вот, правильно. Сейвинг. 9 дней спустя. Мы туда, блин, а у Клем так и будет рана открыта. Хочешь, я его подержу? Нет. С нами все в порядке. Пойдем. Я тебя подниму наверх. А, я тебя обгоню. Ты охренел, что ли? Пойдем. Давай его мы справимся. И сейчас там будет жесть, да? Да. You cheated. Ты... Твою мать. Holy твою shit. Мать, это правда. It, мы сделали это, Клем. Это должно быть то самое... Ну... Откуда ты знаешь? You know? Огромная стена в центре ничего? Давай, это должно быть то самое. Чего мы ждем? Пойдем.
Это должно быть то самое. Посмотрите стены. Реально чувство безопасности. Мы сможем спать ночью. Тихо, 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 тихо. Достаточно близко. Стой спокойно, сделай то, что она говорит. Подними руки. Брось оружие. У меня нету. А, у него пистолет есть, да? Проходите. Нет, это... А, не показалось. Звучит хорошо. Привет, я Эдди. Эдит. Меня зовут Кенни. Это Клементин. Привет. Маленький мальчик. Посмотрите на него. Как его зовут? Alvin, Криста здесь? Someone named Krista in there? I don't think so, dear. Не знаю. Нет, наверное. Так это Виллингтон, да? A lot of people call it that. Многие люди его так называют. Okay. Хорошо, так мы можем зайти? Well, ну, я боюсь, что это та часть, в которой я могу сказать только плохие новости. В смысле, а почему? Что это такое? Это припасы, еда, вода, что-то самое медицинское. Зачем ты ему это даешь? Ну, к сожалению, мы не принимаем новых людей. Ты просто издеваешься, наверное, да? Но у нас ребенок. Это сложно для меня тоже, но я не хочу, чтобы что-то случилось с этим, особенно с ребенком. Просто возьмите детей, пожалуйста. Возьмите детей. Очень опасно. Там очень опасно. Просто маленькая девочка и маленький мальчик. Ты можешь... Вы можете забрать обратно припасы, просто... Я хочу, чтобы они были в безопасности. Я знаю, что там безопасно. Спросите кого-нибудь, пожалуйста. Они там ничего плохого не сделают, пожалуйста. Ну, я попробую. Дайте мне секунду. Кенни, ты охренел, что ли? Я без тебя никуда не пойду. Мы никуда без тебя не пойдем. Конечно, пойдете. Нет, мы не пойдем. Да, пойдешь. Ну, блин. Ну, опять тебя бросать. Не, я без тебя жить просто не смогу. Здесь безопасно. Вы вдвоем будет безопасней. Это самое важное сейчас. Да нифига. Мы можем взять детей, но... Только детей. Нет, нет. Okay? Хорошо, слушай, это твой шанс. Тебя и этого мальчика. Я не верю себе, чтобы вас оставили в безопасности. Больше нет. Пожалуйста. Я оставляю вас здесь в безопасности. Пожалуйста, оставайтесь здесь, там, где безопасно. У вас двоих есть шанс. Нет. Почему? Почему ты это делаешь? Потому что это единственный путь для вас обоих. Подумай про Элви. Пожалуйста, Клем, просто сделай то, что я сказал. Это просто последний раз. Я не уйду без Кенни. Мы уходим вместе. Клем, пожалуйста, здесь безопасно. Ты должна подумать... Стой. Хорошо. Нет, мы не остаемся. Просто стоп, остановись. Вот и все. Она реально... Да, наверное, это так. Пойдем, уходим. Второй мешок забросил. Я должна, конечно, давать только один двоих, но... Проверьте через месяц. Спасибо за помощь и... Простите свой язык.
такая ситуация. Мы все делаем все, что можем. Вы все там выживете, все будете там в безопасности. Вот я без Кенни вот ну никуда не пойду. Я останусь в Кенни, реально. You're as stubborn as a damn mule. Yeah? Wonder where I got that from. Берусь как баран. Ой, твою мать. Нет, без Кенни я не пойду уже никуда просто. Мне нужен Кенни, вот уже просто невозможно. Я просто никому не смогу верить, кроме Кенни. Мне кажется, что это конец. Да, Telltale Games Production. Что ж, мы прошли второй сезон полностью The Walking Dead. Твою мать, это так офигенно было. Я просто реально без Кенни, ну никуда бы просто не ушел. Ну не смог бы просто, вот реально. Просто не смог бы. Итак, выборы наши. Отлично. Чуть не показал. Ну что ж, я могу вас поздравить с успешным прохождением игры The Walking Dead сезон 2, или как раз таки это уже эпизод 5. Мы закончили полностью второй сезон проходить, я думаю, что третий обязательно тоже выйдет. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. С вами был Мегакол, увидимся в следующих прохождениях. Всем удачи и до новых встреч.